Всем привет! Вы на канале по ссылке из Китая. Меня зовут Саша. Хочу показать, какие мошенники у нас на AliExpress. Я, возможно, как и многие, покупаю товары на AliExpress посредством их сертификатов. Ну, для меня это достаточно удобно. Я не хочу заморачиваться каждый раз с оплатой. Один раз купил сертификат, и потом на этот сертификат просто покупаешь покупки. Более моментальная оплата происходит. Ну, для меня это проще, скажем так. Так вот, сегодня сертификаты продаются со скидкой 5%. То есть, если вы покупаете, допустим, сертификат на $150, вот нажимаем «Покупка», переходим, и здесь мы видим цена 142,5 бакса. В принципе, это круто, реально круто. 7,5 долларов экономии со 150. Это по сути кэшбэк, тот, который у нас забрали на сертификатах. Еще есть 13,5 часов возможность покупки. Доступна, конечно, тьма тьмущая. Никто их не выкупит за это время. Не волнуйтесь, не переживайте, потому что максимальное количество сертификатов $700 на человека. То есть нельзя купить сразу на $20 000, на 30. 700 это потолок, все. Так вот, я в данный момент хочу себе купить сертификат. 142,5. Да, я готов оплатить. У меня есть $143 на кошельке. Я перехожу, вот подарочный сертификат, бла-бла-бла. Общая стоимость 150. Ну, как бы, ладно, 150 и 150. Возможно, будет дальше какая-то скидка. Вводим здесь наш парольчик, потому что я тут сидел, уже заморачивался несколько раз, заказы делал, отменял, и у меня выстрелила вот эта оплата. Так, переходим на WebMoney, оплатить сейчас, так как я оплачиваю сертификаты с WebMoney. Ну, я пробовал то же самое провернуть с помощью карточки. У меня вышло все абсолютно то же самое. Так, нас просят ввести код с картинки. Так, логин, пароль, код с картинки, перейти к оплате. Так, Enum или SMS. Получить код по SMS. Код подтверждения не может быть отправлен в SMS, так как на вашем кошельке недостаточно средств для оплаты. Полная сумма с учетом оплаты за SMS составляет 151,25. Пополните кошелек или используйте Enum. Я повторяю, у меня на кошельке 143 доллара. Вот даже здесь, в принципе, есть. Вот 142,81. 142,81. То есть мне должно хватить на этот гребаный сертификат. Почему? С какого перепуга я вижу эту скидку, а самой как таковой скидки нет? Это прикол. Я задал вопрос на AliExpress. Естественно, этот вопрос они мне озвучат, точнее ответ они озвучат спустя сутки, как правило, и акция эта закончится. То есть они запустили акцию, либо она кривая, либо это просто, я не знаю, какая-то мулька. Что к чему, я не знаю. Ну, это неправильно. То есть если вы выложили скидку 5%, пожалуйста, будьте добры, отдайте нам эту скидку 5%. Зачем делать такую хреновую замануху? Пишите свои комментарии по поводу этого. Если я вдруг что-то сделал неправильно, тоже напишите. Может быть, все-таки эта скидка работает, но по какой-то другой схеме. Если вы это знаете, пишите в комментариях. Мне очень интересно, я обязательно прочитаю, вам отвечу. И буду благодарен, если вы мне напишите правильное решение, как использовать эту скидку 5%. Спасибо, пока!